Ты мне рекламу делаешь? Ну спасибо. Ладно. Так, смотрим режим МОМ. Собирайте медали и прокачивайте своих персонажей. Одевайте своих персонажей. Давайте его посмотрим. Так. Только кем начать этот режим? Каким персонажем? Нет, но ей я бы не смог. Не смогу, наверное. Байкин крутая, но... Милия. Но, блин, за Дизи я плохо играю. Джакоу. Она тоже, конечно, прикольная, но... Персонажи все прикольные, но, блин. Ино. Нет. Блин. Давайте за Джем попробуем. Игроки используются предметы в моем режиме. Если ты можешь выбирать. Да, я в курсе уже всего этого. Бомб сет, мортал сет. Включаем Крауч хитс. Используется в ранних уровнях игры. Включай бомбы и бафы. Рекомендуется. А что за Mortal Set? Для прокачанных игроков, видимо. Для более... Для новичков. Давайте не для новичков. И чё? Так я Джем же сказал. Алло. В смысле? Poison от... Атака, контр-хит. Да попробуем. А, я поставил Джем против Джем. Он чё? Первую, короче, эту поставил. Какая Джем странная. Используйте левый стик. Какой левый стик? Я играю на... Нифига себе, чё так жёстко-то? Чё так жирно-то? Не, ну я всё равно пока выигрываю. Ай-ой. Блин, зараза. Если что, это просто режим МОМ. Дополнительный режим. Это не аркада. Неплохо. Хотя, а дестрой сделать можно? Или нельзя? Если проиграет дизлайк... Чего? Ты что, издеваешься? Ну ты-то это в шутку говоришь, а кто-то по-настоящему это сделает. Блин. Что за эликсир упал? Ай-ай. Блин.
Я просто думаю, что Джем мне более близкий. Ну, самый такой более близкий по стилю персонаж. Блин. И тем я Джем поставил вторую. Время даже закончилось. Жесть. Ты очень слабая. Она меня выиграла. Время закончилось. Она победила. Небеса дает мне намного больше, чем единственный талант. Ты думаешь, что ты сможешь скопировать все это? Да. Не очень начало. Давайте Джем. А нет, соперника другого давай. Кто самый слабый? Для меня лично. Из соперников мог быть. А давайте посмотрим, как Рейвен дерется. Ну вроде он вообще ничего сделать не может. Почему Джем на турнирах не выбирает? Че, она плохой персонаж что ли? Рейвена, блин, половина игроков выбирает. Хотя Рейвен намного слабее по мне. А, у него 3 жизни? Серьезно? У них по 3 жизни оказывается. Жесть. И у той было 3 жизни, а я даже одну не снес у той. Странно, я думаю, Мом это что-то другое. Просто в предыдущей игре был какой-то режим, там надо было проходить это бои и прокачивать персонажа. Силу там ему, здоровье. Как РПГ, короче. Да блин, опять блок. Используем мастер-ключ.
Мне не нравятся интроверты. Мне нравятся извращенцы даже больше. Мне не нравятся извращенцы даже больше. Вот что он сказал. Ей не нравятся извращенцы. И интроверты, и извращенцы ей не нравятся. Так, и что это такое, медали? То есть тот режим не такой, даже не так сделан. Давайте против деда. Смысл этого режима я не могу понять. Но она просто фигачит его. Так ты, дед. Вот то шупа, дед. Как видите, я вообще просто фигачу. Ей я вообще просто выношу. Я не читаю твои ки. Несправедливо. Батчлист. Ноль. Получено. А как это использовать? А, вот это что ли? Купить предметы, экипировать предметы. А ну да, это такой же режим, только он переделан. Бомба. Когда активен. Урон 100%. Не сделать. Давайте вот это. Купить, продать. Очки силы 102%. Техника. Я могу просто увеличивать технику и силу. Нормально. Так, кто следующий у нас будет? Кого следующего бить? Давай, я не знаю. Нет, Бэтмена не хочу. Рейвен я бил уже. Тут уже дают выбирать, короче, персонажа. Ладно, давайте случайный.
Веном. Вот есть, да, это прокачка к РПГ, как бы. Теперь уровень 2 написано. Почему-то. Почему уровень 2, не поймаю. Зараза. Её, кстати, в предыдущей части не было. Но она была до предыдущей части. Блин. Дай сундук. Раньше сундуки надо было открывать. А сейчас, наверное, они... А сейчас, наверное, они так дают их. А я, ты ждешь прямо здесь? Сейчас, убери эти волосы, покрывай твое лицо, а? Ты работаешь в моем ресторане? Хорошо. Получено, упущено, упущено. А, мы выбиваем предметы. Так, кого бить? Почему-то звездочкой. Вот эта звездочка. И вот эта звездочка. Почему? Давайте, Джакоу. Видите, звездочка. Ганфлейм. А, у меня нет даже этих. Давайте со звездочкой побьем. А чё у меня так мало здоровья? Если за звёздочкой, наверное, что-то значит. ごめんなさい。絶好。見逃さないよ。
Не, ну это было легко. У тебя так много друзей, больше не всегда лучше. Готовьтесь сражаться. Не все еще. Ну, понятно. Упущено. Странно. Так, Веном, вон. Со звездочкой. Это с двумя звездочками. Давайте Инна с двумя звездочками. Мне продается мастер-ключ. Только потребляется предмет МОМ, когда противник там уничтожается. А, у меня сейчас ноль этого всего, да? Чё, силу возьмем? Ганфлейм. А какой силу возьмем? У нас не... мы даже взять ничего не можем. Давайте Инна побьем. С двумя. Извините. Мне здоровья достаточно много. Сюжет завтра будет. Нормально выбил. Зараза, а? Уровень 4, кстати, написано. Ты выглядишь достаточно... Ну вы поняли, да, как она выглядит? Это не навсегда. Ты ешь здоровую пищу сейчас и следи за своей кожей. Хорошо? Паучок. Где паучок? Нет здесь паучка. Так.
Что купим? Мы можем купить только силу, технику. Ну, мне больше сила нравится. Так, две звезды, одна звезда, две звезды. Джонни с двумя звездами. Давайте Ансвера с двумя звездами. Уровень пятый. Heaven or hell. Duel. One. Let's rock. アンサーです。どうもお休みのところ申し訳ございません。時間内ではございますが、少々お時間いただけたら。Ему некогда драться, он по телефону разговаривает. Ай-яй-яй. На этом режиме хорошо тренироваться для турниров каких-нибудь. Он, по-моему, меня ни разу не ударил, да? Сначала ты снимаешь свой шарф. Я прикончу тебя или... Это зависит от чего-то. Я не понял, что он имеет в виду. Я закончу с тобой. Что-то пропустил. Или это зависит от того, что... Вот. Ладно. Три звезды давайте. Что вы мне таких легких подсовываете? Давайте какой-нибудь посильнее. А я буду силу свою прокачивать. Ну давайте, Сина. Это две звезды как будто проще, да? Heaven or hell. Duel. One. Let's rock. Эй, он чё, мне бананы подсунул, что ли? Опять мне... Вот пишет. Я душу в стрим вкладываю. Да блин, хорош, бананы кошуру опять. Вот это вот попасть не будет, товарищ.
только одна жизнь, да? Блин, зараза! Да блин! Ой, как победил. У тебя есть хорошие основы, мне нравится. Если найдешь хорошего шефа и будешь готовить идеально, ты будешь даже лучшим человеком. Я хороший шеф. Очень хороший шеф. Что за бадж-лист? Это мало... 2468 медалей получим? Ничего себе. Неплохо. Где 2228 медалей у меня? Алло? 2000 они сказали. Наврали, блин. Так, кого побить? Давайте с Байкин подеремся. Давай ему еще сильнее, чтоб проиграл. А че у меня так здоровья мало? У меня здоровья-то, смотри, сколько мало. Оно не восстанавливается, что ли? Вот это кошмар. Сейчас проиграю. Проиграл. А чё здоровье-то не восстановилось? Так и чё? Если у тебя не используешь оружие, по крайней мере у тебя есть какая-то броня, но никакая броня не сможет остановить мой меч. Так, заново или как? Пип заново. А, реально заново, стыч 0. То есть здоровье не восстанавливается, я так понял.
проиграл, ну да. Так здоровье не восстановили. Я бы не знал, что здоровье не восстановит. А прокачка-то сохранилась. Так что нормально. Мастер готовить — это мастер жизни. Очень большая шкала, видимо. Или скилл, как-то по-другому приводится. Ты можешь играть ниндзя как много, как ты хочешь, но ты никогда не побьешь меня. Играть в ниндзя, видимо. Упущено что-то, упустил. Dark Angel, какой-то темный ангел взял. Шанс 14% был. Это какой-то еще шанс выпадения. Получен Wanted Stage. Повысь свой класс. Дает тебе... Повышение твоего класса дает тебе новые уровни. Персонажи с тремя метками индикируются как Wanted Stage. Разыскиваемый уровень? Чего? Котячий уровень. Во! Soul, блин, bad guy, серьезно? Wanted Stage? Ё-моё. Soul bad guy, я наоборот сражаться не особо хочу. Так, наверное, повысим свою силу. Повысит твой класс. Ну, давай попробуем. Не блокируется. Какая не блокирует. Ладно. Ну, у меня здоровье-то установит или нет? Восстановили, кстати. Блин, он бомбу кинул. Вот зараза. Блин. Блин, опять бомбу кинул, зараза такая. Да здоровья много потерял. Надо на ком-то здоровье поднять. Ты делаешь огонь сильнее, таким сильным. Если ты не сможешь контролировать жару, ты сгоришь. Ты знаешь это? О, какой-то ганфлейм получил. Ну, пламя пистолета. Так, пройдено. Ага, нужно три пройти.
скорость атак. Кстати, скорость атак, это было бы тоже норм. Так, ну у нее здоровья мало. Идите сначала за бонусными уровнями. Не знаю, а какой тут бонусный-то уровень? Ну давайте попробуем Кай завалить. Говорят, что надо на две звезды проходить. Хотя у меня, в принципе, здоровье-то полное. Странно, почему. Эта музыка изменилась. Заблокировал. Но он пока ничего сделать не может. А нет, вот сделал. Да блин. А не давать ему что-нибудь делать. Что лучше, скорость качать или силу? Ну все, теперь, наверное, надо. Так, есть незаконченная линия в этом мире готовки, только начало. Такое же, как когда ты нашел милую женщину. Ты нашел себе милую женщину, так. Вот милая женщина прямо здесь, ты знаешь? Так, только медали получил. А где три? Не будет три, да? Так, сила, скорость. Атаки повышаются, даже сила атаки повышается, и эта сила атаки повышается, блин. Странно. Так, давайте технику прокачивать. Ганфлейм. Играл сам импульс. S-Drive. Tuner Uniform.
Ниндзя ноутбук. Сколько всякого тут. Давайте против Z1. Он блок ставит. Зараза! Блин. Блин. А, чёрт. Если тебе не все равно насчет битвы, так ты проиграешь уже. Использовано в мом режиме. Мастер ключ получен. О, мастер ключ дали. Какой-то Dragon Shade дали. Выпивка и оттенок. Mortal Drink. Что такое? И что это значит? Эффект повышается при прокачке, что ли? Создает столб огня. А, и мне надо какую-то силу, что ли, определенную, чтоб сделать, чтоб поставить это. Непонятно пока. Так. Тут нету трех звезд. Ладно, подеремся с этим. Я думаю, этот режим мы не будем надолго играть. Кстати, здоровье не восстановили.
Блин. Ай-яй-яй, ай-яй. Интересно, за этот режим деньги будут давать? Нет, я не хочу использовать мастер-ключ. Один остался. Не в курсе. Я не хочу его использовать. Но, возможно, автоматически использовался. Надеюсь, что нет. Да, ну да, интроверты и извращенцы, мы это знаем. Что, и монет не дали? Обалденно. Типа пропустил все. Я вроде что-то упало. Мне не дали. Давайте с Фаустом подеремся. Какой-то режим не башни. Вот там была башня, помню. Ой, не башня там была. Ну там было, как прохождение было такое. Кстати, у нас здоровья мало. Да блин. Ударил жопой. Блин, поймал. Не, не использовал. Моя вера не такая, не так отличается от твоей. Кто-то идет, но я никогда не хотел вас останавливать человека. О, хаммер какой-то. Молот какой-то нашли. Что он дает?
урон. Скорость движения плюс 80. Его надо увеличивать на 18. Ну, короче, как получить второй уровень скорости, это надо, я так понял, повышать. Мысли играем. Так, у меня сколько здоровья-то сейчас? Кто знает? А, 317 у меня здоровья, ладно. Давайте завалим кого-нибудь. Кого завалить? Не со звездочкой. Давайте Рейвена. Играем в лото, ну типа лото, да. Что-то типа того. Что это за скипетр? Его надо было подобрать, наверное. Сейчас проиграю. А, нет, это он кидает его. Да блин. Зараза! Чё он отнимает? Пришлось это сделать. Рекур передоза девушек. Передоза. О, какие-то предметы нашел. Граузом импульс, сакура весом. Ну, какой-то сосуд сакуры. Атаку повышает. Это я не могу... А, чтобы это носить, надо 8, 8, 5, 5.
8855. Бет носит 72721. Технику, значит, надо покупать. Эффективно во время 25 секунд. Отражает снаряды противника. Не особо интересно. Блин, сколько у меня здоровья-то? А, у меня восстановилось здоровье, хорошо. Тогда пойдем бить Дизи. Heaven or hell, duel, one, let's rock. Это за... А бомбы как эти использовать? Вон как. Вот как эти модификаторы это использовать. Я понял. Жесть какая-то жесткая. Алло, какого фига? Ё-моё. Я точно ей проиграю. Или они предмет на стрелках, на стрелке сделали? Ё-моё. А нет. Да зараза! Не, ну все, конец. А нет, победил. Еле как. Жестко. Как много питомцев у тебя. Твой ангел коэффициент, не знаю, какой должен быть реально большой. Какой процент? Как много ты ешь? Так, что-то упущено. Какая-то ленточка упущена. Хвостатая. Блин, 96. И восстановиться нельзя. Восстанавливает 15% здоровья. Ну все, это конец. Пойдем бить деда.
Heaven or hell, duel, duel, one, let's rock. Сейчас дед нас выиграет, конечно. Блин, дед нас завалил. А выхода нет. Кто такой Devotion? Самоуничтожение? Но мы это помним, да. Бабу эту. Просто две строчки, две струны. Качество даже качественнее, понимаю. А если другой режим посмотреть? О, дали за него, кстати, этих. Теперь можно музыку купить. Не просто так этот режим, за него тоже дают эти монеты. Купил музыку. 6 черных райских пистолетов. Райские пистолеты, ребята. Давайте посмотрим тот режим, который не для продвинутых игроков. Осталось-то, блин, две мелодии купить. Доджо еще есть, но это практика. Давайте ММЛ. Модранг не позволяет, авторанг. Давайте автор. Ну так же за джем будем играть. Ага. Я продолжаю это, что ли? А выбрать другой я не могу? Что ли? M-O-M. Ну ладно. А если я выберу, например, Фауста? А. Давайте за Фауста. А, эти предметы сохранились, которые я у ней ей-то выбивал. А в чем разница? Давайте проверим, в чем разница. Почему-то ей я больше не могу выбрать. Давайте за Фауста поиграем. За доктора поиграем. Против доктора. Да, я что-то Фаустом плохо играю в последнее время. Ага. Понятно. Все-таки на стрелке.
нажимаешь кнопку, и на стрелке его это... Вот зараза. Твоя имитация чистая. Даже моя победа просто была как удача. Я спрашиваю, что ты получаешь, делая все это? Привет, Рома. Рома, я сейчас уже заканчиваю. Я уже просто играю. Как-то мало монет дают, всего-то там за один бой 26 монет. Завтра будем сюжет проходить. Основной. Читать будем часов 6, наверное, может 5, не знаю. Успею я, не успею. Ну, в общем, ладно, режим мом проверили. В принципе, ну, режим мом не очень. Аркада лучше. В предыдущей игре был режим, там надо было проходить, как-то как-то выбирать там, не просто выбирать бойцов, а там тебе как бы дают карту какую-то, и ты выбираешь там, куда тебе, как в Street Fighter, наверное, с кем сражаться. И с каждой, ну или как башня, или как карта, и там все сложнее и сложнее становится. Тут тоже как бы все сложнее становится, 2-3 звезды, но, блин, как-то вот не особо. Этот режим так, просто для нечего делать, развлекаться. Я понимаю. Или просто набивать монеты. Ну, посмотрим после истории главной, и сколько монет дадут. Ну, я думаю, не хватит. Ну, вообще-то мне нет цели все открывать. Зачем? Там открывать только расцветки да голоса альтернативные. Не особо это и надо. Да и на стриме, я думаю, это смотреть неинтересно будет. Ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Отдельное спасибо тем, кто смотрел в записи. Отдельное спасибо тем, кто писал в чате. Подписывайтесь на каналы, на YouTube, на Twitch, на GoodGame. Пишите ВКонтакте, если я вам ссылку предоставил на канал. Ну, в общем, всем удачи и до скорых встреч. Еще увидимся.